Когда любовь Божия касается человека, все оживает. Подобно легкому облаку, она несет душу к вечному источнику любви, наполняя ее неугасимым светом. Как солнце согревает цветы, и они тянутся к нему, так и душа, возлюбившая Бога, неустанно к нему влечется. Пребывая в свете, она сама становится носительницей света. Для такого человека уже нет чужих и своих, бытие всех становится его бытием. Путь Христовой любви — путь крестный, но когда благодать укрепляет душу, человек не чувствует трудности пути. Он радуется, что может послужить Богу и ближнему. Путем любви.